Она была поэтесса. Поэтесса бальзаковских лет. А он был просто повеса. Курчавый, пылкий брюнет. Повеса пришел к поэтессе. В полумраке дышали духи. На софе, как в торжественной мессе, поэтесса гнусила стихи. О, сумей огнедышащей лаской всколыхнуть мою сонную страсть к пене бедер залой подвязкой, ты не бойся устами припасть. Я свежа, как дыхание легкое, усомкнем же истомности тел. Продолжение было такое, что курчавый брюнет покраснел. Покраснел, но оправился быстро и подумал, была не была. Здесь не думские речи министра. Не слова тут нужны, а дела. С несдержанной силой кентавра поэтессу повеса привлек, но визгливо вульгарная мавра охладила кипучий поток. Но позвольте, спросил он, сами, но в глазах и холод, и честь, как вы смели к порядочной даме, как дворник с объятиями лезть. Вот чинная мавра, и задом уходит испуганный гость. Передне растерянным взглядом он долго искал свою трость. С лицом белее магнезии шел с лестницы пылкий брюнет. Ну, не понял он новой поэзии поэтессы бальзаковских лет.